А вот смотрите, видите, дом уцелел деревянный, дореволюционный. Вот. Интересно, церковь бомбили, а этот дом уцелел? Или его восстановили потом? Да не, он старенький. А как раньше вот этот выглядел дом? Это в музее есть. В музее макет, походу, есть. Так что увидишь. Читала, Настя? Настя читала? Хорошо, ворон. Колокольня 15 века. Поняли, да? А там, походу, дом сломался. А храм? Ну, храм тоже 15 века. Католический. Живая, но он не мать. Вот во время войны. Советско-финской.